Всем привет! Добро пожаловать на мою кухню. Сегодня я буду готовить чикен карри. Причем это конкурсное блюдо. Я участвую в конкурсе от моего любимого индийского ресторана в Санкт-Петербурге. Ресторана Тандур. Они сейчас работают на доставку и привозят петербуржцам их любимые индийские блюда. А также организовали конкурс специально для тех, кто эти блюда любит готовить сам. Ну, например, для меня. Так, я получила посылку, где все основные ингредиенты для индийского блюда. Но остается только приготовить. Так, вот тот самый набор, который я получила для участия в конкурсе, из которого я должна буду приготовить здесь все ингредиенты, включая специи. Я на самом деле безумно рада, потому что уже порезан лук. Впервые в жизни я избавлена от этой процедуры. Все будет достаточно легко и очень быстро. Также здесь уже есть курица, порезанная на кусочки. Прям чудесно. Так, теперь давайте познакомимся со всеми остальными ингредиентами, которые здесь есть. Ну, во-первых, инструкция. Вот она. Здесь все пошагово, все прекрасно. Ей обязательно будем пользоваться. Какие специи? Во-первых, карри. Да, обязательно, конечно, чикен карри. Молотый кориандр. Куркума. Сейчас особенно актуальна. Я наблюдаю, что в магазинах стало появляться ее значительно больше. Но полезная вещь, конечно. Также перец, красный перец. Я люблю поострее, поэтому буду активно пользоваться. Это чесночно-имбирная смесь. Чесночно-имбирный соус. Тоже замечательно, обожаю. Соль. Томатная паста. Здесь даже есть подсолнечное масло для приготовления. То есть вообще чудесно. И кинза. Ее можно будет использовать для украшения. Давайте, следуя инструкции, теперь готовить. Перейдем к плите. Ну что же, я буду делать, а вы просто наблюдайте за процессом. Так, поскольку у меня нет блендера, поэтому одну из стадий инструкции я пропускаю и сделаю так, как делаю обычно карри, то есть без использования блендера оставляю лук. Так, он нарезан достаточно мелко. Кажется, все должно быть тоже очень вкусно. Чили я не боюсь.
Всем приятного аппетита!